Вот он на тракторе уже гоняет. Не знаю. Кто поспел? Что, может, баху взять? Поедем хоть с тобой картейку запишем. Включил сразу сходу запись. Молодец, сейчас я сажу. Это все этот ETS. Ну да, да блин, пока с моим говенным железом, пока настраиваешь, там поиграть некогда, там дольше сидишь, блин, подгоняешь, чтобы нормально все было. Да ладно, нормально, тоже... все равно у тебя там нормально все пишет. Ну оно пишет-то нормально, но, блин, поиграть-то, чтобы все равно, ты же сидишь эту игру, она дергается, хуй, играть невозможно, даже просто когда все выключено, просто играешь. Ну, блин, пока настраиваешь, пока с этими модами тоже, блин, туда-сюда. Это... А я бы вообще не поставил. Ну, я уже поставил, у меня же до этого-то была видюха более-менее, она же полыхнула у меня. У тебя микрофон громкий. Громкий? Ну да, по ушам хорошо бьет, я громкость даже убрал. Ну это я так, потому что у меня еще музыка фон играет, и плюс, ну я не буду кричать. Музыки не слышно. Ну музыка, конечно, не будет слышно, она же только у меня пишет, играет. А настроил, чтобы у тебя было слышно твой голос? Да, а как же. То сейчас будет слышно? Да. Где этот флаг-то? Или заправка. Ты где там вообще? Не знаю, выпался с гаража, ползу. 4 очка. Вот я вроде как-то 4 очка вижу. 4 очка гаража взял. Ну, у меня тоже гаражный тут есть, девчонки сидят. Так, где-то топливо здесь. Бармалей, уже на топливной станции. Кто? Где? Кто посмел? Да не говори,
Не говори. Безобразие, вот безобразие. Прикинь, прихиндей. Куда вообще тут народ смотрит? Я что-то даже не посмотрел, есть еще один гараж-то, может, не надо было гараж-то брать, сразу цепляться надо было. Что-то вроде не вижу. А я так просто посадил на всякий случай. Сразу на погрузку можно. Ну да, второго гаража-то нет. Чё, я тогда перепрыгиваю, нафиг я брал его. Я тогда беру Шаланду 8 очков на длинные. Да, прыгаю на КамАЗу обратно. Ну, а я короткий, я повезу. Ну, я длинный. Ну, я могу сейчас цепануть прицеп, еще средний повезу. Я Шаланду поставил, но она у меня не отцепляется, она у меня навсегда. Я ее вытащил, эту Шаланду. Так-то по дефолту она, блин, ее надо переделывать, она везет 12 тонн груза, это, блин, там ни одна машина с ним не поедет. Опять трактора зеленые тут бегают. Видишь, колбасит, я прописал, как ты говорил, и медиа поменял. Ну, чтобы он лучше проходил по грязи. Четверку поставил. Не, ну ты не забывай, тебя знаешь, из-за чего колбасит? А ты в этой в папке, в том документе, где свет прописываешь, где полностью дефолтный свет идет, ты там менял? Там нет, я только медиа менял. А, ну вот, все правильно, потому что все дефолтные колеса, ну, все дефолтные колеса, они же читают словами, а слова берутся оттуда, вот из того файла. Там написано цифрами. Там все эти слова подтверждают цифры. Там надо смотреть цифры. Если хочешь дефолт поменять, вот эти значения, это дефолт не трогать колеса, ну, я имею в виду в колесах прописки, то надо менять вот именно вот в этом файле, где свет, там же идет, там все, там прям столбик, верхний столбик, вот это все отвечают колеса, и там слова переводятся в цифры, а в самих колесах в папке Wells, где Wells идет колеса, там просто словами подписано. Эту папку я вообще не трогаю, Wells, она дефолтная, она как есть, так и есть, я там только меняю в этом файле основном, и все, потому что вся моя игра читает оттуда. Зацепи меня, я не могу прицепиться, мне никак не появляется таблица. А ты у меня прозрачный, во, то появишься, то пропадешь, то опять меня. Ну, я в тебе, тут в каком-то другом грузовике. Ну, цепляйся.
Почему ты крашанула? Че это у тебя там такое? Не знаю, давно такого не было. Ну, я... прицеп поставить. Я поставил Spintires мод сейчас, который... Ой, знаешь, какая там ерунда они придумали. Короче, сделали они его, переделали, переписали. И, короче, последний Spintires мод, вот сейчас на данный момент времени, он поддерживает три директа. 9, 10, 11. Вот, я поставил его. Я вот не знаю, у меня вроде так более-менее работает. Но у меня десятка стоит, 10 директ. У меня выше не берет, только 10. Но с 9, считай, игра, он меня игру читает, 10 директ идет. Такая вот ерунда. Вот они придумали, так сделали. Может быть, тебе тоже стоит уже пора как-то адаптацию другого какого-то Spintires мода. Потому что, мне кажется, твой-то уже совсем сейчас будет ерундой заниматься. Ну, это первый раз только сейчас такое, все время хорошо. Нет, ну я тебе то, что не говорю, то, что именно сейчас, не сейчас. Я тебе имею в виду, что надо пора уже задумываться, то, что переходить уже более повыше. Ну, меня это устраивает. Ну, я понимаю, что тебя это устраивает, но игра-то тоже, видишь, они же не стоят на месте, они же маленько двигают. Это... Сейчас... Ну, вот когда будет вылетать или что-то проблема, тогда подумаю, сейчас не стану. Не, ну я. Мне пока так устраивает. Нет, я тебе и не говорю прямо сейчас. Я тебе то, что имею в виду. Потому что мне тут сталкер тоже писал. Вот, говорит, у меня игра начала, как у тебя, говорит, вылетать туда-сюда. Ну, у меня только сейчас вылетело первый раз. Он говорит, один раз заходит, я ему хвосты чистил, вроде да. Я ему скидываю видео свое. Он говорит, о, один файл забыл удалить. Я говорю, ну вот видишь. Я говорю, все равно. Я говорю, ну почисть этот кэш. Кэш почистил. Бах, говорит, ну вроде потоп прошел нормально без вылетов. Я говорю, ну вот видишь, долго грузится. Я говорю, ну блин, ну как маленький он-то. Я говорю, ну блин, ну долго грузится, это значит много модов у тебя с модификацией закачано. Отпишись от всего. Как-то я не знаю, тут же, блин. Блин, Пашку надо убрать, надоели его плечи тут. А я в этом, в УАЗике убрал. Как в ЕТС-ке они хорошо сделали. Выходишь, когда из кабины, он сидит. Когда, если смотришь от третьего лица, видно водителя. В кабину садишься, нифига ничего не мешает, ни рук, ничего. Просто панель приборов и все. А тут руки, блин, нафиг они так сделали. Ну, вот так вот он. Не доработал, да выкину. А, мне сегодня Юрка, мы вчера с ним катали, я не знаю, видел ты видео вчерашнее. Как же ты громко-то, а? Ну, извини. Вчерашнее видео мы с ним карту катали. Просит, сегодня смотрю, скинул мне и просит, говорит, скинь мне, говорит, ссылку на музыку, говорит, я хочу такую тоже музыку себе в машине, в реальной машине скачать, чтобы... Так это у меня ВКонтакте проще ему зайти и скачать. Так он, блин, в Германии какой, у него там и как он, какой контакт-то, у него нет никакого контакта. Надо ему, вот с ним будем, он сегодня вроде тоже собрался вечером играть будет, надо ему сказать, что это твоя музыка-то, он не в курсе. Это получается, мне надо ее, это все три папки, короче, в архив засунуть. И как вот какие игры закидываю, так же ссылкой сделать, наверное. Ну да, скорее всего, лучше тебе так сделать. Я тоже качал, я там не пойму. С контакта вроде скачиваю, а там контакт он не всегда не дает качать. То дает, то не дает, то, блин, накачаешь, не пойми чего. Ну, значит, закину, займусь попозже. В Германии будет слушать, из машины играть, будет по Германии ездить, и, блин, твоя музыка будет играть. Ржать.
елки-иголки, залез сюда на заправку, а у меня здесь, тише, тише, у меня там еще один стоит, надо его отогнать. И вот Захар стоит еще. А я с Шаландой сюда вперся. Ой, Шаланда у меня еще заправляется. Так, надо Захара отогнать. Ну, у меня и прицеп тоже заправляет. Я тут много, кстати, тоже опять что-то переписал, так что это... Свежачок тебе тоже надо взять. Периодически переписываю. Прицеп тоже грузится. Маленький грузит средний, средний грузит маленький. Давай я тебя пропихну. Да у меня там Шаланда не идет, зараза. Но елки, все ободрал, всего, ну куда ж. Заметь, это пропихнул. Пропихнуть-то пропихнул. Это да. Она же у меня навсегда прописана. Шаланда-то, она же не отцепляется. Ну вот. Спереди мне прицеп, сейчас я прицеплюсь. Я готов. Надо на видеокарту выходить, не могу я так больше, блин, ну вообще, ну он сейчас 9 FPS, блин, хуже это. У меня 45, 34, 48. Ну я на ультрах, надо выключить все. Ну ты вообще маньяк. Ну да. О, сейчас 60. Или меня. Надо еще подключать. Маленько добавилось на 3 FPS, но что-то маловато все равно. Не, вообще все. На погрузку и пойдем. Помчали. Кто там? Кто там пинается-то? Еду, еду, блин. Че он у тебя такой легкий? Он дефолтный, я с ним ничего не делал. Ну че, блин, застрял-то я там? Кто меня там держит? Никто. Ты, наверное, в столбе. Че такой легкий? А едешь, как будто он, не знаю, 40 тонн весит.
Блин, скоро, наверное, реальные права дадут. Блин, покатаюсь хоть. Ну, блин, соскучился. Только не спутай спинку с этим. Это не игра. А я так же. Так же, как здесь, так же и там. Мне разницы нет. Вот-вот. Единственное то, что с этим, с алкоголем надо воздержаться, но вот это вот проблема. Здесь-то и можно еще побаловаться, не совсем, конечно, с залившимися глазами, а там-то уже все, даже запахом нельзя. А так, в основном-то, манера вождения, она как есть, так она и есть. У нас воевода. Куда путь держим? По ты кругу. Воевод? По кругу. Мы ее, блин, вчера я, по-моему, эту карту писал. Ну ладно, еще раз. Уже с тобой. Но вчера я, по-моему, с Юркой, с Казахстаном играли. Ну, я первый попавшийся, да, который был. С Коляном. Который был первый попавшийся, воткнул вовсе. Не, не сам факт карты, а сам факт пообщаться. Да, блин. Внимание, как говорится, уделить. А то меня тоже мне неприятно звали. Звали меня. Как-то аж вдвоем, и ты, и Юрка, смотрю, все зовут, блин, а у меня не получается, у меня нервоз, у меня там ничего не клеится, не идет. Пап, чесал-то я за тобой, не самое, не поспеваю. Повышайка, я на шестой, блин, фигарю. Я смотрю, одни пятки на твои. На понижайке ты мне это в заду ковыряешь. Фокс, ты что взял? Короткий или средний, или длинный? Поедем сейчас там на выезде, посмотрим. Он все равно там нам попадется. Ну, тут не подкинешь по-любому. Так, что мы тут, налево пойдем? Чего я? Я не подкину. Или у тебя тоже кидает? Кидает, я же говорю, я ее поставил. Я говорю, я ее давно вытащил, я ее переписал уже. Она у меня уже давно, это шаланты. Бармалей. Ну что, тут тоже ждем или там? Поедем там на асфальте, он все равно будет сворачивать.
там на главную. А тут, тут поворотик, видишь, уже есть мостик. А, я вижу. Если не ответил, значит иностранец. Не факт, что поймет, как загрузим. Сейчас попробую этого камазяку на поле загнать. Тут какое-то поле, по-моему, он с болотом. Поедет, нет? Ну я ему 4-4-4-4. Я ему уже колеса вписал этому камазяке. Должен, в принципе, грести. О, тыквы. Ух ты, тут, наверное, хороша грязюка. Да, надо будет проверить. Ну да, так-то по самую кабину, блин, засасывает. Сейчас погрыжу, ой, на чем он там шкребется. Тыковки. О, походу могу его отоварить. Бесполезно. Ползет вперед, что ли? Не пойму. А, еще кого-то из-за тобой тащит. Походу и короткие, и еще что-то. С распуском 375. Значит, и средние, и короткие. Могу дать, но он поехал дальше все равно. Ну, понятно. Ник Сферштейн. Играем в меньшем составе. Один только я читаю, фокстерьер. Ага. Я тут все тыквы подавил. Че, мы едем? Я тоже хочу, сейчас подавлю. Едем на мостик-то, нет? Ну да, раз он не контачит, значит, сам по себе будет играть. Ой, блин, хорошо провалился по самую кабину здесь. Где там твои тыквы? Дай-ка проверить. Вот здесь вот сворачивает сейчас. Прям сейчас сворачивай, сворачивай. Направо. Направо сворачивай. Во. Блин, у меня реально тут по самый бампер, даже по самый фар тонет, блин. Скребется. Ой, блин, еще один. Все на поле решили. Осень пришла, надо было плуг ставить, тогда хоть попахали бы здесь маленько. А у него 375 упал, вот он и приехал тут. Я его тут гружу, а он убегает. Юрке надо дать ссылку, чтобы он скачал, знаешь что? Крякнутый Винамп. Он, блин, он у него, понимаешь, у него архив, он не может, понимаешь, он не понимает. Он, я ему сколько раз давал, он качает. А зачем Винамп? А он разархивирует, чтоб, понимаешь? Он ему... А нафиг он нужен, есть же получ... Не, ну вот он качает, у него-то нет в Германии, понимаешь, это ерунды. Я ему на 30 дней, когда мы с ним по WhatsApp, ну, смотрел, я его на компьютер по WhatsApp, когда связывались, что он там делает, как это, мы игру маленько настраивали. И вот он архив начинает, на, я ему ссылку свою кидаю, даже со своего Яндекс.Диска. Ну, у меня же архив этот 7-zip, ну, там 7-zip, там RAR, zip просто, да. Вот он любой качает, и он ему сразу начинает он его открывать, и он ему какую-то ерунду немецкую пишет, и типа купить.
Потому что ну, нет разархиватора. Не Winamp, а WinRAR. А, Winamp, да. Тьфу ты, блин, я что-то... Наверное, это, перепил. Болезнь птичья. Да, WinRAR, чтобы мы... Болезнь птичья. Да, чтобы ему распаковать вот этот, надо ему какой-то надо дать, еще чтобы... подбросить, у него там упали два. Чтобы он вот этого вот не разберется никак. Так, что мне там мешает? Потому что мы сейчас ссылок ему на архив дадим, а толку-то он его, ну, архив скачает, а открыть его, вытащить с архива он не сможет. WinRAR, ну, тут вот надо вот это вот поискать, дать ссылку. Где-то у меня был. Я не могу подъехать к нему, ты мне мешаешь. К труперу еду, чтобы мы кинули. Но опять я виноват. Трупер, погоди, я тебе средний дам. Да давай я ему длинных накидаю, я пускай длинные. Он уже пыжусь. Он уже распуск отцепил. Зачем он распуск скинул? Я не пойму, что он делает. А он поедет сейчас ту грузить. Надо длинные ему то кинуть. Он длинные. Нет, вот я ему средних надавал. Только без хвоста он сейчас. Ну, я говорю, он отцепился с краном, поехал туда. Он сейчас будет, наверное, грузить, что ли, не понимаю. Он нас не понимает. Но он, наверное, будет краном короткие догружать до своего грузовика, который там два упали. Я ладно. Подъехал, еще бы кинул. Че, резину тянуть, я на мост. Да погоди, видишь, он эти мои не взял еще. Ну тогда придется, блин, полтинничек засандалить. Я сегодня один, я хулиганю. Не, я понял. Сегодня пятница. Моя на работе. Все дети, Руслан старший где-то. Ну где не где-то, он на парах учится. В колледже. Малая пришла, отпросилась со школы гулять. Уж мамка ее отпустила. Пошла гулять. У меня разминка. У меня разминка перед днем рождения. У меня скоро день рождения. О, какая. Ага, я разминку провожу. Да ты, по-моему, уже разминался столько раз, что тебе уже на ура пойдет. Пойдет. Уже без репетиции можно. О, все, он свалил. Погнали тогда. Как обычно вдвоем. Не поймешь, что они хотят. Вроде и бревна дал, вроде и грузился, стоял, потом взял, куда-то свалил. Или краш у него, как ну, у меня был. Конечно, наверное, что-то заглючило. Ты виноват. Ой, я не сомневался. Или он как про шнапс услышал, сразу раз и бегом отсюда.
Ой, блин, на поребрик наскочил. В темноту заехали, я не знаю, куда мы едем. Где? Вот тут отвороточек какой-то есть. Надо на карту смотреть, куда поедем. По дороге. А там будет видно. Ну, поедем. Вроде как бы вот эта дорога должна быть на Пилку. Давай свернем. Мы же в темноту заехали, карта не разведана. А, что и разведывать. Куда-нибудь да приедем. Так, что я этот средний толкаю? Раз никому не нужен, тогда я его отстегиваю. Да бросай, конечно, хвост зачем. Ты вперед меня бы ехал, и хоть тебя хоть поснимать, тебе видно было. А то, блин, сзади, я же из кабины, то все. Как скажешь, большая черепаха. Вон я флажок справа вижу. Да ладно. Ну да, где-то в деревьях, но я справа тут. Я на Шаланде не полезу. Но она где-то будет на пути. У меня флажки-то желтые. Надо тебе ссылку тоже скинуть. Блин, закинь ты его в этот. У меня черный. Надо закинуть, тебе ссылку скинуть, там есть какие хочешь, просто один файл раз закинул и все, и он будет работать, и будет видно ночью как хорошо. Не хочу я ничего лишнего, мне и так нормально. Да он ни на что не влияет, ни за что, я уж сколько его, сколько нужен, катаюсь. Не хочу, не хочу. У меня никак руки не доходят, надо поснимать. Старую спинку, блин, у меня не могу, я там дефолт, нахерачил дефолт, надо переделывать, надо заново все делать, чтобы под съемки маленько годилось, чтобы более-менее такой был. Спинка уж никому не нужна. Нет, вот я посмотрел по просмотрам, самый большой просмотр это смотрит старую спинку. О, еще один флажок у меня спереди. Смотрит, смотрит. ЕТС так не смотрят, как спинку. Ой, вау, протолкнулся. Думаю, когда же он меня обгонит-то, спереди поедет. Ну, блин, а спереди ты улетишь. Один ник твой вижу. Ну, а если я на понижайке еду, то мне хвост дышишь. Ну, тоже... Хоть руки... поставил бы этот, чтобы девчонок видеть. Тоже руки не доходят никак. Надо тоже его. Я его вытащил, я его оставлю. Это вот этот КамАЗ мне понравился. Такой более-менее на старый похож, как действительно КамАЗ. Правда, с украинскими номерами, но это бог с ним, это можно перерисовать, если чего. Вот. Ну, факт в том, то, что надо его... Так, и куда он тут? Дорога? А, по кругу? Подчинить его, подделать. Я ему так вроде проходимости тяги добавил. Колеса переписал. Он вроде у меня ползет. Подвеску я с ним не делал. И центр ему поменял тяжести. Но надо все равно смотреть. Там с текстурами фигово. Зачем ты меня лебедки хочешь хватать? Поржа. Ну а ты еще наручник поставь. Так и сделал. Я еще и заглушить могу. Он сейчас ручника снял. Вот ты зверь. На газ не нажимаю, вот сейчас на газ нажал. Креста на тебе нет. Да. Не, есть на мне. Антихрист. Плащаница есть на мне. По молодости было дело. Наколол себя. Вот. Ну, сейчас не в этом. А Шаланда, не, мне вот этот Шаланда чем понравилось? Ну, хорошо, 8 очков сразу везет. И, блин, за место распуска прицепил ее и попер. Я ее так частенько. Сразу это плохо, знаешь почему? Другие тоже хотят что-нибудь кинуть. А так ты один за всех играешь. Приехал, выкинул и все. Нет, а за всеми катайся, длинный взял, то с распуском. Роспуска он иной раз нет, а вот она-то хорошо идет. Я ее тем более прописал навсегда, она у меня не отцепляется нифига, он прицепил ее и попер.
упал, перевернулся. 8 это перебор. 6, да. Другие закинули, а так, ну, слишком. Но она 12 тонн. Нормально. Все равно. А то, блин, не все, не каждый дефолт справится с ней. Нам надо с тобой как-нибудь эту, блин, собраться народом. Надо с кем-нибудь сторонние карты покатать, вспомнить. Что мы все со Steam, Когда мы сторонние карты попишем? Там старая карта, картейка есть хорошая от Ромахи, блин. Там вообще вода, болото, везде заборы. Вот там поржать, покататься. Вот там интересно. А то мы это, что тут кидаем и кидаем. Бросай, я два кинул. В 38-й тоже переписал, он платформа тоже и грузит, и короткие, и средние. Там большая такая, помнишь, у меня закрывало стекло? Платформа сейчас перенес тоже. Поедем, нам походу обратно теперь пилить. Полный не включаю, так иду. Ну Пашку надо убрать. Повышать. Пашке надоел руки вон с плечами. Ну ёлки-палки, взял, посадил меня. Грязюку. Так хорошо шел. Тебе не угодишь. Быстро еду, не видит. Медленно еду, посадил. Ну, ты остановился. Я же прям шел на 6-й, как хорошо. А теперь обратно щелкаться. Сейчас, дай бог, нормально все сейчас дадут. Опять вспоминаю, хотя, блин, не верю, слава богу, все вспоминаю. Это, с машиной нормально все будет, с реальной. Приеду в гости к тебе. Далеко. Да ладно, что тут далеко, я все равно туда буду мотаться. Все равно там буду ближе к Москве. Что тут далеко-то? Ну ты где там? Скребусь, блин. Я на понижайке вообще-то даже иду. Я на автомате. Слушай, скребусь. А у нас далеко точка разведки-то. Это нам куда еще? Не, нам надо сейчас выезжать на асфальт. Мы на асфальт выйдем и дальше поедем. А ой, тут можно срезать. Ну блин, я-то шаландой, куда мне резать-то? Тем более у меня машина-то не особо-то апгрейдена. Я еще не занимался. Надо еще заниматься. Призрак едет, ни одного водила, ни одного человека. А у меня видишь только одно, да? Справа. Ну да. Груз у тебя. А там сидит. Девчонки сидят. Три штуки. Надо тоже их поставить, что-то у меня. Поставь, конечно, я все время их сажаю, они же гаражники. Никак руки не доходят. Да это. Дошли. Да это то, что знаешь, у меня какая ерунда бы тоже без взял. Ерунда была, я тогда все поудалял. У меня когда вот тоже со спинтарис модом началась вот эта петрушка. Постоянные вылеты, когда я за одну игру, за одну карту по 10 раз переустанавливал Spintaris мод, не мог никак подобрать, не мог ничего. Ну вот видишь, как вылетало и вылетало. Тогда еще не понимал, и пришлось, я полностью все удалял, все моды удалял, все удалил, все заново, все залил.
А сейчас-то уже со временем понимаю, что это не из-за них было. Это было всего лишь то, что хвосты эти не удалял нормально, ничего, а просто сверху все это заливал. А она же... У меня он даже в ETS-ке я посмотрел, гайдов вообще нету, только на форумах нашел. То, что там тоже, если краш идет, если игра вылетает, там неправильно мод установил или там, неважно из-за чего, просто у тебя краш идет. Там есть текстовый документ. Текстовый документ открываешь, и там надо вот этот краш полностью выделять и удалять. А иначе у тебя начинает, блин, постоянный конфликт идти. И неважно, что ты там, что не делай. Если он у тебя есть в документах, вот в этом, в краше, текстовый документ, если ты его не удалил полностью, вот эти вот все нолики, плюсики, там, скобочки, все это, вот этот краш, ошибку, то ты ничего не сделаешь. Без разницы, будешь сидеть, так и мучиться. Надо тоже вот ребятам снять видос, чтобы, блин, знали. Вот он, потому что у меня иной раз там навигатор пропадает, вот это вот табло, вот это электронное, которое вот, ну как она в машине, как это называется-то, блин, сейчас из головы вылетело. Ну, бортовой компьютер. Алис, короче. Ну нет, не Алис-то она работает. Хотя у меня. Налево? Тоже... Да, налево. Хотя она у меня тоже иной раз глючила, пропадала. Она у меня, я еду, она у меня начинает заикаться, не пойми чего говорить. Я говорю, куда поворачивать-то, блин, едешь и не поймешь, куда она. А это вот из-за краша. На форуме нашел, говорит, надо чистить. Вот я раз почистил, два почистил. И вот как краш, сразу начинаю чистить. Почистил, все работает. А то пропадает бортовой компьютер. Вот, бортовой компьютер пропадает. Просто перестает работать черный экран и все. И ничего не видно. Он моргает иной раз и все. Так, ну что, поедем направо, заедем. А что это за забор? Шишка. Так же и здесь. Блин, а я сюда заполз. Мне надо что же как-то развернуться теперь. Ну, нормально, так развернись. А дорога? А дорога тут куда? Ну, смотри, вдоль никуда. Озера. Не, вдоль озера. Думаешь, там забор. Да, там забор, там никуда, просто шишка, походу, стоит. Все, я приехал. Партизан. Ого, амфибия поплыла. И что ты там забыл? Спасай меня, все. Что, рыбки тут кругом. А ты думал? Хотел хотел схитрить вдоль берега. О, Андрюх пришел. Андрюх, здорово. Опять. Теперь уж давай. А я тут буксую маленько на воде что-то. Блин, а что? Сейчас, погоди, на тут задом умудрится. Ты меня за зад на обратно лучше делать. Но видишь, я стою на месте. Я как-то наполовину, я даже... У меня машина, она, знаешь, это... А, о, всплывает, нифига себе, круто. А чё это оно... А чё это оно у меня всплывает? Там уж лёгкое, что ли? Потому что говно не тонет. Ну это да, я согласен. Milky Way. Сейчас... Так, разбежались. Ой, утопишь его. Андрюх вообще нырнул под воду. Андрюх, ты тут, блин, я вам... Кто меня там... Ты куда? Тебе показалось. Ну, показалось, понятное дело. О, махина-то. Надо же, а тут какая-то тропинка в лес за грибами. Утопленника будем доставать? Он уже там ушел куда-то. Он же убежал. Где наш партизан подводный? Пока я рядом достану. Не, я не буду. Это, а как убрать все модули, когда в гараже?
Что-то как-то вы все громко говорите. А то у меня модуль вот это вот. Соник, поехали. Типа настройки нужно включить. А я тут плыву. Нет, ты не, сейчас не выберешь. У нас с Соником как, не совпадает с Pentaris Mod. Не получится тебе выбрать. Тебе надо выходить, одному заходить, ставить машины, такие, какие есть, и потом уже присоединяться обратно. С Pentaris Mod здесь не работает, потому что у нас, у Соника старая версия. Довольно-таки старая версия. И когда он ее обновит, одному богу известно. Меня устраивает, она нормально работает. Все остальное мне не нужно. Я про аддоны в гараже спрашиваю. Так, я на повышайке иду, а ты на чем? На автомате, на шестой. Так, тут походу дорожка. Точки разведки. Ну она не к точке разведки, она к пилораме, поедем туда и заедем заодно. Сейчас поглядим. Я же говорю точка. Ну точка, это понятно, точка, дорога-то она есть. Соник, а у меня еще к тебе вопрос. Слушай, это самое. А ты когда-нибудь видео склеивал? Да вот с этим сам не знаю, как сделать. Была какие-то программы, пробовал. Еще никак. Единственное, стандартное было, когда вот в XP-шнике Windows Maker, как это назывался, я на нем склеивал. Ну, вот. То есть не доводилось тебе. Ну ладно. Нет. Я вот в Винам поставил сейчас, вот вчера буквально попробовал. Программульки всякие надо. Ну, программульки, да, я их тоже ищу потихоньку. Потому что на раз, блин, вроде пишешь, а запоришь. Буквально не на ту клавишу, иной раз сам по запарке нажмешь, и потом надо будет склеить, а как? Или вырезать наоборот, что-то сделать. Там какой-то рендер, еще говорят, есть, что-то там я слышал. Но, в принципе, сейчас-то ни к чему, потому что, в принципе, YouTube-то он сам все делает. Он сам подгоняет сначала под минимум, потом под максимум, насколько ты снимал. То есть он там... Ой, у меня топка закончилась. Ну вот спасибочки, только, блин, нажал функции, хотел подзалиться. И у меня на мне тоже много. Ну было бы много, ты бы уже сам себя починил. Да я только успел сказать, я говорю, функции. Я понял, что это намек. Не, я просто то, что дело к тому, то, что я остановлюсь сейчас. Она у меня зачихала. Что, куда едем? На точку разведки? Ну по дороге так и поедем. Че, куда нам? Купаться. Течение стильное. Ага, у меня 0.001 течение. У меня в воде разгоняется машина быстрее, чем по асфальту. Ну, эта моделька у меня, видишь, колеса не менял, я не стал ему делать такую скоростную технику. Ну, держится на воде, скребет лапками, хорошо. А с другой... Тут еще и рельсы. Вот где я.
Я по дороге еду, не знаю куда я. Куда-то еду. А я в городе. Тут домов столько. А я на боку. Блин, не увидел с горы, от кабины ехал, от первого лица завалился на мосту. Молодец. А я к метке еду. К метке, давай меня подымай. К метке. Слушай, а правда он по воде медленнее стал ездить? Я ж там настраивал. В итоге теперь болтыхается медленно, надо будет настраивать под... Настройка была под мои колеса, а вот эти вот никак. Что за железная дорога? Хотя на запоры пересел, не знаю, подыму я себя КамАЗа запором, нет? Все, открыл, сейчас приеду. Что за прибитка? Где железная дорога? Что он говорит? Я вообще не понимаю, как ты кундит там в этот непонятный микрофон. Кто у тебя на багажнике? Бревно. Ты как так быстро едешь? А вот я вот на железной дороге и завалился. А, во. Дай бревнышко-то. Жадина. А мне ж короткие. Ну и дай мне, я тоже на запор положу. Взял? Ну и все, оно вниз улетело, да, взял, ага. Куда вниз? Блин, а теперь и разбился, теперь мне и чинить надо. Ну, починиться ты сможешь. Чем это? Ты же говоришь, что напихано у тебя всего. Но в Запорожце нет ничего. Нет, а так у меня тоже ничего нет. А, придется обратно в КамАЗ садиться тогда. Могу только тебя стащить вниз. Подожди, я же это самое, не алё. О, по-моему. Лежишь? Ну, лежу, да, это я лежу. Подожди, у меня тут запор, еще надо запор отогнать. Так, надо пересесть. Где запор? Вот у меня запор. О, еще комар залетит. Опять убился. Да что ты будешь делать? Подожди, сейчас обратно в КамАЗ сяду. Надо чинить запор.
Что, тебя пнуть? Ну что с игрой, я чуть-чуть зацепился, урон 78. Ну а где моя короткая бревнышко-то, не понял. Дайте мне за порт загрузить, он же у меня должен грузиться-то. Заодно глянем. Грузится он, нет? А, вон вижу, сейчас подъеду. Тебя, по идее, боль спереди садится. А у меня не девка, у меня должны доски лежать, и у меня лок-лок написано. На крыше. На крыше, да, вот эти вот. Ну отдайте. Но я их не вижу. Ну то, а что-то загораживает место. Пни его, оно это. Только упало. У тебя вон полено лежит на нем. В дерево упало. Не, там дерево мешается. Я не могу попросить, потому что оно в дереве. Что-то загораживает место и все. Во, вот сейчас отдай. Во. Вот, не видишь? О, вижу. Торчат. А у меня он сидит аккуратненько. Я да, я тоже. А ты знаешь, у меня какая теперь проблема? Что теперь на запорах поедем? У меня длинный. Тебя перевернуть же? Да у меня длинное на КамАЗе пропало бревно. Где я длинное буду брать? Как пропало? Вот так. Оно тут что-то наверху было. Я короткими загрузился, и длинное пропало. Ну, это глюк карта, наверное, где-то. Тебе переворачивать? Ну, а где где мне длинное-то брать? Ну, ты просто появись, а там посмотрим. Хотя бы лучше уже стоять на колесах. Про длинное забудь. Так, ну-ка, как он плавает? С учетом того, что колесо переписано. Нифига себе, тут пруд какой глубокий. Кто такой выкопал-то? Я же ведь сейчас утону. Ох, везет вам. Девок еще где-то там. А ты ее посадил прям, да, чтобы на задницу ей это... Задувало, что ли, от движка? Да. Просто когда внутри сажаешь, там, если багажник на крыше, что-то такое, то есть при посадке она раздувает, короче, все, что сверху, и деформируется. То есть багажник становится как бы наклоненный вниз, и чуть-чуть там это... Ну, короче, она мешает каким-то образом невидимым. Поэтому я ее сажаю, чтобы не мешалась. В салоне ей не место, если крыша есть над головой. Так, опилка-то в другую сторону. Наверное. Ну, я там на точку ездил, потом к тебе поехал, а ты куда-то сейчас рванул. Вот я тебе к тебе еду. А я в обратную надо разворачиваться-то. Ну, хотя бы город посмотри-ка, там красиво. Ну, а я мы сейчас в город и поедем. У нас же там пилка. А я только, уже в нем. Только вот единственное, ты на чем? На Мерседесе? Нет. А, ну все, тогда ремонт. Короткий. Ремонт топка у тебя есть. Я на жопике поехал. Длинный. Вот я уже здесь, где КамАЗ. Давайте КамАЗ. А толку-то от него у меня длинного вот нету. Где я его буду искать? Я, ну, уже, я уже на жопике лечу. В город. Я слева от тебя. Я только что оттуда приехал. Ну, у нас пилка-то там. Ну, а тут рельсы. Погоди, дай. Не пускай.
Вот втопил-то. Запор классный, хорошо прям слушается. Хотя, блин, Тебе надо свеженькую версию взять. Хотя, блин, не полный привод. У меня он задний приводный. Ты где вообще? Ну, уже город проехал. Давай-давай, прям по дороге, никуда не сворачивай. Там заборы через... Прям по дороге. Вон, вижу. Я уже просто за домом, за этим, за городом. Ну и все, я утонул. У меня ремонта все, 160 из 160. Ремкните меня, бедолагу, ремкните. Вы же тащите. Слушай, я так не надрывался, когда КамАЗ тащил. Я же завестись не могу. Ты что с ним сделал, что он такой тяжелый? Ничего я с ним не делал. Будешь цепляться? Не, он шкрябается нормально. Он как положено едет. Он единственное то, что у него вот подавляемости нет, он и тонет. Так, нам сюда? В забор что? Не, тут какой-то забор непонятный. Или сюда все-таки? Не, тут какие-то рельсы. Надо на карту смотреть. Ну, тепловоз какой-то стоит. Заметил, что мы опять двое. Пока, если бы ты не сказал, я бы не заметил. Нет компании подходящей. Все так это, знаешь, чисто. А звать зовут, народу зовут, чё зовут? Удобнее так появился и сразу можно погружать. Это он был с багажником. Пока багажник поставишь, пока чего. Сейчас видишь вот так. Сразу готов к работе. Нифига себе, блин, в трусы девки твоей залез камерой. Ну ты чё?
маньяк. Так, а нам назад, да, надо выбираться-то? Ну да. Тут есть этот топливник. Он, в принципе, тоже может возить. Погоди. Сейчас я. Дай-ка посмотрю прикольчик. У меня-то он не может. Вот сейчас FPS поднялось, блин. Пересел на дефолт. Может, это, блин, мод тот ерундой занимается, мне сажает дефолт. Но всё это может FPS. Быть. Детализация-то мощная. Короткие тоже берет. Ну вот и маньяк, у тебя колеса в разные стороны, блин. Ты ну на... Вес. Ну она просела. Потому что я это рассчитывал под кузов. Ну, да. Дай им пропишу короткие, а он вот так вот. Зато везет. Не, ну так на край-то случай, вот так где-то в лесу подобрать, где-то что-то раз ну, подвести, да. Можем, да, не вопрос. Но чтобы так развозить, конечно, по пилкам, это, конечно, ерунда. А так чисто на крайний случай его, да, базара нет, согласен. Ну я просто попробовал, получится, нет. Там же не подгонишь, он либо так, под короткий, под кузов под прописывал-то. Просто не во все аддоны получается груз прописать. Не, ну там надо еще учитывать то, что... То, что вес же груза. У каждого груза нет, свой вес. Вес там мелочь, вес там роль не играет. Это просто он низко прописан сейчас был груз под короткие. Там же под этот сделан у меня. От Зила. Пау, малявка. Дорогу немца загородил. Безобразие. Ну блин, забуксовал чуточку. Ты что задом пятишься, как рак? Тебе проще догонять так. Куда едем? Вниз? Ну да, прямо вот, наверное, по дороге вниз. Ну вот я на точку поставил, а потом дальше поедем. Где-то там пропал. Ну я по дороге еду, за домом скрылся. Сейчас опять в этой луже утону. Надо ее объехать. Чтобы не утону. А я возле рельс пасусь. Ну давай, подъезжай ко мне. У меня, блин, урон. Я все заглох. А я возле КамАЗа. А не надо возле КамАЗа быть. Выскакивай на асфальт, на дорогу и сюда, в дома. Вот сейчас прямо, а там забор, наверное. Да, вот здесь никуда не сворачиваю, прям по этой дороге. Поломался. Вот хреново, блин. Чё вот он без всего, зараза. Не вписался в дерево. Дерево зацепил. То лужу объехал. Не говори. Блин, в лужу не утонул, а зацепил. А я в стол вписался, вот понаставили. Да, там поворот такой. Я-то ещё разгончик взял.
Здрасте, здрасте. Забор покрасить. Все, полетел. Он третий космической. Пнул, сдох. Куда лезешь, малявка? Ты, блин, стол объехал, в дерево прилетел. Ты виноват. Да что ж такое, хотел тебя не задеть, столб летел. Кто их тут поставил? У тебя такая поездочка, так пьяная. Сейчас тебя там кто-нибудь остановит. А шатает меня и со всех сторон. Он не держит дорогу, зараза. Ну, так мой поставь. Твой поставишь, понимаешь, в чем суть-то? Я-то переписываю под свои колеса. Если я свои колеса поставлю, то у тебя получится вес. Это надо вес, это значит надо подвеску. Не, он нормально, он так нормально, он так и должен быть. Я на нем тогда, ну, в реальной жизни, тоже в деревне что-то мы там так чуть-чуть отдыхали компании, и приехал один, как говорится, еще зеленый парень. Только-только, как говорится, с велосипеда сел, купил себе такого же запорожца старого у кого-то, без прав, без всего. Приехал, я говорю, ну-ка дай-ка прокатиться. А я уже с правами же был, я уже ездил. Но я, конечно, был маленечко это, под шофе. Ну и сел, короче, в соседнюю деревню поехал. Как меня начало кидать из стороны в сторону. Вот скорость, на скорость там, ну, буквально 40, 50, 60 там, да, я разогнал его. Все, его, ну там рулевая, походу, убитая была, прям меня из стороны в сторону. Вот как здесь, вот разгоняешься и прям ни руля вообще не можешь поймать. И он начинает шатать. Ну, потому что, смотри, у него база короткая, то есть он, ну, соответственно, ну, хуже, да, управляется, но он его не носит. Но он не предназначен, плюс у него весь вес там. И легкий вес. Да, да, у него легкий вес, а самый основной вес у него сзади, на зад. То есть руль-то он по-любому держал, он дорогу не должен держать, он, нет, он ехать-то должен, потому что зад-то он должен скрептись, вот сейчас как у меня, потому что он по грязи, вот он ползет, потому что там жопа тяжелая, там движок, все, он низкооборотистый, он потихоньку, вот он у меня сейчас в какой грязи, вон ветки я объезжаю, но он потихоньку скорость сбрасывает, но он ползет. А вот по асфальту, чтобы его стабильно сделать, чтобы он ехал, такого не должно быть, такого, ну, в априори, его все равно кидать будет. Ну и, короче, я тебе не договорил. Сел и, короче, за этот запорожец. Хозяин со мной рядом сел. Он даже заплакал, бедолага. Я разогнался и на повороте не вписался в пятерку, в заднее крыло. Как дал, нахуй. Уж у пятерки заднее крыло отвалилось. Мужик вылезает, дед, говорит, что делать будем? Я говорю, да ничего, я говорю, разберемся с тобой. Я говорю, пацана... В жопе, короче. Да, я говорю, пацана отпусти, говорю, пацан вообще не при делах. Ну, тоже дед хорошо, нормально попался. Я ему... Мы с ним договорились о встрече потом. Потом крыло поменял, сделали, все покрасили. Я говорю, ладно, пацан... А пацан наш бедолага, он говорит, о, первый раз, говорит, за руль сел, выехал. Говорит, на тебе, говорит, да не переживай, нормально все будет. Упирается эта зона. О, дорожка. А мы вроде бы как бы справа объезжали, а поедем теперь слева. А я где вижу по компасу, там и еду.
ты. Да. Че ведь там? Куда-то? Кого нашел? Поедем, там точка разведки и билка. Уф, водку клюшница делала. Точно. Ты меня уважаешь? Я горжусь тобой. Нет, ты чё там засел? Как партизан. Думал, не заметишь. Ага, заметил. Парень светит. Как светится? Другие их не видят почему-то. Ну, у меня светится. Негодяй. Че, правда, что ли? Нет, твои-то нет. У нас пиндар и смот не совпадает. Так у сталкера, вот у всех, у остальных я у всех все вижу. Когда дефолт светится. А у тебя нет. Твои фары не вижу. Версия другая. Да, это от пиндар и смот, потому что версия другая. Чё ты? А, 260. Да он тоже, зараза, топливо заправщик. Я вообще на короткий перепрыгнул, на дефолт какой-нибудь, а он нету. А у меня там сцепка. Ну, наверное, тоже сцепка. У меня пишет просто топливо заправщик, а, наверное, сцепка, она же тоже, по-моему, пишется как топливо заправщик. Ну да. Что, будешь объезжать? Или поплывем? Да давай, попугаем, рыбков. Цепляюсь за тебя. Ну блин, и ты уже за меня, я за тебя. Дерево-то отдай. Че ты к ним пристал? Но я пока, зажигание выключал, пока туда-сюда функции, ты меня уже потянул в дерево. Да, видишь, сцепление никакое. Сейчас я другое подгоню. Ну блин, краком отправили. Сейчас я тут уже. Покатай меня, большая черепаха. Ну, все штаны уже намочил. Вытаскивай. Ты ж просил покатать. Сейчас груз упадет. Да у меня еще есть. Понятное дело. Блин, уже промок весь насквозь. А, слушай, тут даже сцепки нет. А почему у меня пишет топливозаправщик? Ну-ка, дай-ка я сяду в него. Но у тебя что-то есть, а у меня нет. Ну да, он у меня с бочкой стоит, все как положено. Блин, вот я тут постоял, я тут выехать не могу сейчас. Надо разгончик брать.
тебя с топливом, а у меня как всегда пустой. Бульк, 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 бульк. Вот и закуску лови. Блин, утопил. Не хватило ему чуть-чуть с разгона проскочить эту лужу. Я думал, тебе трос дал, а это дерево. Ну то где там? Да помчали, ладно, бог с ним, пускай купается. Я уже на запорожце мчу на пилку. Мне во всю морду ветки насувались тут. Тут, блин, веток столько. Ты где? Ну был где-то сбоку, где-то тут рядышком. А я где? Туда, как вот некоторые берут, удаляют, вот, а зачем нужен вообще по игре Запорожец, а зачем нужны трактора? Блин, ну машина есть машина, и раз она есть, значит на ней надо делать, надо ездить. Апгрейди, делай. А не то, что тебе навязали, а да, ты да. как лошок. Не говори. Заплатил бабки и на тебе, пожалуйста, мучайся за свои же деньги. На какашке какой-нибудь. А тут апгрейдил и получаю удовольствие. У меня тоже. Пусть не аут. Да. У меня тоже сейчас уже это. ETS-ку я смотрю, думаю, блин, как там, надо тоже разобрать. А что у тебя звезды черные? Почему они черные? Красные они у меня. Ну, сблизи красные, издалека были черные. Ну, потому что, наверное, ночь. Ну, красные вон у меня. Сейчас черные. Свети фар. Надо в ETS-ку тоже посмотреть, как там архивы разархивировать. Там же тоже все цифрами 100%. Надо тоже там попробовать дефолт вытащить. Ну, в мультиплеере там не пойдет, это по-любому там не дадут. Там забанят сразу за эту ерунду. Ну так, в одиночке хоть поправить все машинки. Ну там физика ни о чем, там... Блин, ну здесь хоть физику можно поправить. Тут машины трясутся, грязь как-то. А там как утюг утюгом. Вот, знаешь, вот даже все ютуберы говорят, я сколько смотрел у них стримов там, гайдов. Они говорят, ну, что вы хотите, утюг утюгом. Движок, говорит, 11-го года. Ой, какого? Не 11-го. 2000. Сейчас 20-й же, да? 11-го. По-моему, 11-го года игра. Она хрен знает, там, говорит, движка вообще никакого нету. А ты в нее засел. Не, ну я-то себе поправил, я же физику поставил, там же регулируешь тоже игрой, там же есть регуляция, там подвески, сцепления, там рулевое, там это все ползунками можно регулировать, когда под себя все это делать. Плюс еще модов там куча, плюс у меня читерская табличка там включена, я... Гайды ввожу, ну не гайды, а эти читы ввожу, а она у меня сразу там по-другому машина проседает, ведет себя по-другому, все по-другому, все под себя. Тоже все это подгоняешь, делаешь потихоньку. Мы там не прорвемся назад тебя. Мы не знаем куда, я утону в грязюке. Как ты так успел? Ну так, ремонт у меня и это нужен. Идет урон и все встал. Плюс и топка закончилась каким-то образом, когда я успел спалить, где катался. Да я музыку поменял. Тут что-то одну и ту же поставил, надоело.
Хотя нет, я там не на 4 сделал, на двушку, я забыл. Колес. Ну там, ну там это где? Колеса. Не, ну прям именно в папке Wales. Сами, да, сами колеса. Да нет, Соник, дефолтные, это бесполезно там делать. Потому что весь, я тебе еще раз повторяюсь, объясняю, весь дефолт, ну я как-нибудь видос, я его просто заархивирую и тебе ссылку скину, чтобы ты скачал, просто видос посмотрел. То, что он читает непосредственно с той папки, с файла, где прописка вот фар, там в самом верху. Он оттуда, я тебе говорю, там просто переводится в цифры, слова в цифры. И это бесполезно, то, что ты там делаешь, а у тебя тот файл, он все равно, и непосредственно тот файл читает, понимаешь? Ну, сейчас доиграем, и я пойду заниматься тогда. Ну, там не надоело, это телепашка. Я тебе... Заодно и там эти накидаю. Надо тебе сфоткать просто, или сфоткаю, сейчас тебе отправлю прям фотку, чтобы ты посмотрел, как у меня, где непосредственно какой файл, где что, потому что оттуда все читает. Там надо подгонять. Там подгонишь, и будет все нормально. И перестанет вот этой ерундой заниматься. Потому что я тебе говорю, я даже твои моды ставлю. Вот у меня, насколько у меня вот сделано, увеличено в том файле, вот непосредственном, где вот фары. Я просто забыл, как он называется. Не буду тебя обманывать. Ну там темп, по-моему, темп, там нижнее подчеркивание какой-то папка. Вот ну я понял, вот. Да, там. Да, есть, да. Такая. Вот. И вот, когда вот этот вот документ тоже через этот. Колян сейчас зайдет. Наверное. Через открываешь через нотепад, и в нем будет там в самом верху, в самом начале, там идут колеса, там вот все показатели, потому что они оттуда. Ну все я это... посмотрю, ну там вес там, по-моему, был. Колеса. Да, 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 там вес, потом вот это вот продавливание колес. Опять кошек мучаешь. Да это не я, это они между собой. Как я их мучаю. Я за компом сижу. Они сзади меня тут кричат. Вот. И там вот это все оттуда, она словами, потому что словами прописанный вес, а кажется, слова потом переводятся в цифры, видишь, они как-то вот сделали. А в спинке я смотрел, там нифига. Там как есть написано в колесах, так и есть. В этом файле ничего не написано про колеса. Шкрябусь. Так, пойду. Я один, пойду папиросу возьму. Хоть за рулем покурить. Хулиган. Я тогда сейчас подойду. Все, поехали. Ну а чё, я один, у меня сижу рядом с балконом, все открыто. Тоже куда пошел? До ветру, что ли? Ты куда пошел? До ветру, что ли? Ну, блин, заморожец, Мерседес таскает, толкает. Как так-то? Сейчас мы его в лес утолкаем, пока он ушел из-за руля. А че наручник не поставил?
куда побежал? А ты где это? Уже тут. Блин. Но я был в другом месте. Засранец. Это как же тебя так умудрились туда запхать? Да есть одно подозрение. Не может, не может. Мы маленькие, маленькие, прям удаленькие такие. А как мы? А что шнурочник не поставили? Так доверялись. Даже не мог в мыслях такого предположить. Вот он, немецкий автопром тут промчался. О, у меня рассвет, солнышко всходит. То что вы меня все пытаетесь зацепить? А ты про графику спрашивал, Соник, а графику нет. Такую, если графику поставишь, вот эту вот, скачаешь с этого, и непосредственно с сайта, она будет в FPS сажать, тебе будет еще хуже. У меня-то графика, я сам подбирал. Да мне она не нужна, я графику не хочу. Я сам подбирал графику-то. У меня так он еле тянет. Я все вручную подбирал у себя. Ну во, зашел, Колян. Нарисовался, не сотрешь. Ну да. Догоняй. Привет, Николай. Здорово, здорово, дальнобойщик. Не говори. Почему? Предал нас. Потому. Забыл про уже про Грязимес. Подсел на свои ETS. Что у вас за машина стоит? Что тут только не стоит. А, Захара, где этот КамАЗ дивблок, который. Моно, который. А еще немецкая машина. Даже две. Я вообще резвлюсь. Мерседеха. Ну да. Я резвлюсь тут вообще вон на запорожце. Маньяк. Соник, ну все, тащи меня, не едет он у меня, застрял. Да ладно, правда что? Какие там разведки ты разведываешь, не едет, блин, руль кручу туда-сюда. Наверное, мордой уперся куда-то. Грязь, наверное, засохла и приклеился. Как муха. И на скотч. Придет с тросиком. Опа. Обманул? Тросиком прицепился, пока ты сдавал там. Давай, двигайся теперь. Блин, вода поступает в двигатель. Урон идет. Зараза. Давай, вылезай быстрее оттуда. О, красным. Ой, спасибо. Ну что, короткий возит? Ну да. Длинный кто-то уронил. Ну кто-то, да. Не будем показывать пальцем, это я. Я уронил там КамАЗ. Кто это сделал? А кто это сделал? Не будем показывать пальцем, это я. О чем сюда едем? Давай, может, срежем. На эту поедем, на метку. Мы ж преодолеем с тобой лесный. Ну попробуем, давай. Мостик. Ну мы маленькие вроде. Ой, только с мостика не прыгает. Да ладно, топись уже. Надо же хоть поржать. Это что такое? Чё тут за бык пришёл? Да, с ручником не справился. Ой, вот наглый-то, а.
Маленький наглец. Ладно, пошли бороздить. Будешь троситься? Да пока нет, поедем пока. Понастави тут деревьев, пока смотришь на тебя. Куда-то назад-то, блин, я вперед, он меня опять назад. Ну там дерево. Троситься будешь? Я по прямой пойду. Конечно, сомневаюсь, что я проеду сейчас по воде с этой медией. Не, я-то проеду, а с тобой вряд ли. Давай-ка я тогда на точку съезжу. Так сказать, плаваю. Медленно, но верно. Да, все-таки, видишь, медия под эти колеса. Там же ноль положение было. А чтоб плыть, там двойка, значит, сейчас. Я же там уменьшил. Соник, я тебе еще раз повторяю, посмотри да тот знаю, файл. Знаю, сейчас доиграем, пойду делать. Это уже надоело. Это не плавучесть, болтабельность. Не люблю, когда что-то не работает. У тебя еще что-то не работает? Да. Недостаточно плавучий. Или наоборот, болтушка. Стоишь, не можешь ничего поставить, потому что болтает в разные стороны. Надо это все дело прекращать. Ух ты, а тут такая глубина прикольная. Во где утопить-то надо Запорожье. Точно сразу ко дну пойдешь. Вот. Точка наверху, точка внизу. Соник, возвращайся. Я еду. Двигатель заглох. Блин, WhatsApp звонил. Пока отвечал и встал в луже. Какие-то деревья могу завалить, какие-то не могу. Ну, где ты здесь? Где эта синяя пакость? Где эта пакость? Опор не вижу. Ты где? Чё молчишь, где ты там?
Ну и кто меня тут не ремкает? Не, меня надо отремкать. Цепляйся уже. Ага, чтоб ты меня в болото утащил. Ну-ка еще раз ремкни. Конечно. Ремкни, движок, блин, опять заглох. Ну что такое, блин, водой заливает? Не, давай-ка цеплюсь за тебя. Что-то у меня это самое, тут вообще тяжко. Заволокли меня куда-то. Что-то я тебя за бок. Ну все, опять заглох. Нет, у меня вытащит она сушку наперед. Меня по суше тащи. Надо было за перед взять. Ну вот так вот. Ты че боком падаешь? Ну да, ты ж мне за бок взял, я буксую, а ехать-то не могу. А я не могу заперед, у меня точка не появляется. Есть только зад и бок. Ну, видишь, как его колбасит. Че, куда едем? На точку? Ну, уже куда-нибудь проще из этого болота. Поехали. Давай напил. Да, надо менять меди. Что-то мне не нравится такой колбас. Да нет, это не от меди, Соник, я тебе еще раз повторяю, меди это прям нормально. Все, я пробовал. Я понял. Я пробовал. Там я буду делать. Да, я пробовал с твоей меди. Меди она тут за это ничего не отвечает. Меди это она так и останется меди. Там вот единственное, там же идет и вес, и зацеп, и продавливание вот этого, что с текстуры не продавливали. Все показатели все там. А эти показатели, они, видишь, по дефолту написано Wells в папке в колесах словами, а там они читают оттуда, оказывается, цифры. Я потому что долго не мог понять, думаю, что такое. Я говорю, не можешь. Тише, у меня по всем камням, блин, все, разбил хлопушку. И за дерево зацепился. И думаю, не может быть такого, чтобы Он его тащит и все, он сам ездит. Потому что я же на модах смотрел, я говорю, на модах ставишь, там все цифрами. Я говорю, а дефолт словами. Ну не может быть такого. Значит, где-то эти слова, все равно где-то цифры должны быть. И вот я нашел, а они там все цифрами. Из-за этого ты там маленечко что-то не так делаешь у себя в колесах, а там не меняешь. И вот этот конфликт происходит, и начинает болтанка. Я иной раз сделал. Но там надо цифры сделать, что ли? Ну да, да, там под себя цифры сделать, какие ты тебе надо. Колеса лучше вообще не трогать. Колеса вообще я папку удалил. Делаю только там, играюсь. Вот именно непосредственно всеми прописками в этом файле. А в колесах, как они есть дефолтные колеса, так они от дефолта и читают. Туда уже вообще не лазю. Кроме некоторых, где по дефолту дописано цифрами. Это, знаешь, какие колеса? Это идут от американцев, желтые колеса, вот эти здоровые, с этого, как он, блин, не скидер, а еще один, вот этот вот желтый такой, как этот, ну понял, наверное, да, желтые колеса, которые, помнишь, ставили на 43-20-10, желтые колеса, которые вообще не скреблись, не ехали-то. Вспомнил, нет? От американского DLC. No. Вот, они там дописаны цифрами. Вот их можно там цифрами менять непосредственно в папке. Те, которые посмотреть, цифрами дописаны, как по дефолту. Там цифрами можно менять, еще цифры дописывать. А которые просто... Я цифрами тоже менял некоторые. Ну да, ну ты колеса менял. Ну а читает-то непосредственно вот это вот, понимаешь, дефолт, он читает с того файла. Ну блин, я вот сейчас доиграем, я прям сфоткаю и тебе отправлю и покажу разницу, откуда как. Как по дефолту и как вот, например, у меня вот две фотки тебе отправлю, и ты посмотришь. И это вот тоже вот увидишь, как оно. Дальше надо пилку закрыть. Ну о чем стоим? Давай, вперед. Теперь с дровами только ты.
Блин, а ты еще подлиннее не мог веревку взять? Куда ты полез тут? А ты подъехать не мог? А у меня там Запорожец. Ой, а у меня там не Запорожец, а это как его? 66-й тоже. Тут что-то не... у меня не появляется твоя метка. Взаимодействие отключено. А ты прозрачный, потому что ты в моей машине стоишь. У меня же там машина. Вот, сейчас... Ну как-то так убери ее, что ли. Вот сейчас появился. Ну стой, я тебя не мог поймать. Полетел, полетел. Хапайся. Ремкни меня лучше. Мы тут по лесу должны проскочить. Ничего, что я покрупнее. Колян опять нас догоняет, догоняет. Никак у него не получается. Сейчас догоню, догоню. Да мы тут уже и по воде, и по лесу. Этот мелкий прыщ, он меня куда завел. Три сосны. Я-то на большой машине, а он тут на этой рассекает. Издевается, как хочет. Запор, запор. Вот ужас. Я на дорогу выскочил. Да блин, это не запор, а понос, тебе скорее. Опять в какую-то лужу уперся, блин, вода попадает, движок заливает. Давай, давай, скребись, скребись. А я с деревьями воюю. А я сейчас метку открою. Раздавлю. Все, раздавлю точно. Если выберусь отсюда. И гребаные три сосны. А я сейчас пилку закрою. О, сейчас я приеду. Да что ж такое-то, они прям окружили. А я уже закрываю. А я уже ползу. Багира, я уже спешу. Детей колотить. Час 55. Как раз на этой карте буду пробовать свои штормисты.